Всем привет! В этом видео я хочу показать, как можно сделать прическу или исправить уже существующую прическу для того, чтобы можно было в дальнейшем анимировать эти волосы. То есть не симуляция, а именно анимация волос. Это видео не про анимацию, а подготовку волос для анимации, для дальнейшего риггинга. Риггинга этих волос. Вот. Буду показывать на примере вот этой прически. Это уже существующая, да, там какая-то прическа женская. И она создана из гайдов с набором различных модификаторов. Вот. Может быть, конечно, здесь много гайдов, и можно было сделать меньше, но думаю, для урока это будет не критично, и нам будет все понятно. Так, для начала я, конечно, изменю количество волос, потому что сейчас здесь очень большое число. Можно вот увидеть, да, 94-95 тысяч волосинок. Это многовато, я для урока покажу. Чуть меньшее число, пускай будет в два раза меньше. Думаю, это будет достаточно, и, ну, можно поменять просто. Даже удалю один модификатор, в принципе, он не нужен. Как-то так. Думаю, достаточно будет. И пересчитаю сразу тоже модификаторы к лампе, чтобы вот эти волосы все, которые влезают в геометрию, исправились. Так, ну, вот. Это условно наша прическа, которую мы будем как бы исправлять. И для начала давайте поставим меньшее количество точек. Detail. Для урока будет достаточно 30. Итак, в первую очередь, чтобы создать какую-то основу, да, для анимации волос, нам нужен mesh. Для этого я выключаю все модификаторы. Detail оставляю, потому что он у нас идет до модификатора Hair From Guides, из которого у нас уже растут волосы, так скажем. Вот, и вот у нас есть гайды. Теперь мы их можем... теперь нам нужно создать геометрию из этих волос. Для этого мы используем модификатор Mesh From Strands. Вот, сейчас видно, да, что это как геометрия выглядит. Если мы сейчас это выгрузим, то это будет в виде, ну, любого формата. То есть там можно OBG, Alembic, FBX. Так, теперь. Вот, в принципе, видно, да. Сетка у меня, конечно, очень плотная, но это не имеет значения для волос. Вот, в принципе, 30 точек достаточно, более чем. И теперь нужно еще один момент такой, повернуть геометрию так, чтобы она, ну, нормально отображалась, так скажем, нормальными вверх. Для этого я применяю модификатор Rotate. Так, где он? Вот он, Rotate. И просто подбираю, ну, на глаз, так скажем, вариант, который мне больше устраивает. Ну вот, наверное, вот такой. Да, мне вот такой вариант будет, наверное, самый оптимальный и достаточный. А далее я просто экспортирую волосы. Допустим, назову это Strands. Все, теперь можно удалить эти модификаторы, они нам больше не нужны. Добавляю в сцену геометрию, которую мы заэкспортили. Так, формат OBG и выбираю. Вот она, геометрия. Сразу назначаем какой-нибудь ей материал. Отличный от
других в сцене, чтобы, ну, сразу было видно относительно других элементов. Так, теперь мы видим, да, что совпадает у нас наша геометрия и гайды нашей прически. Это очень важно. Так, теперь я, пожалуй, разобью геометрию на отдельные части. Вот они появились у нас. И теперь выбираю всю нашу геометрию и назначаю модификатор Hair from Mesh Strips. То есть, используя этот модификатор, можно создать волосы по геометрии. Сейчас я покажу более подробно. Давайте назначу толщину какую-нибудь. Вот, давайте, в принципе, вот так. То есть, если сейчас скрою геометрию, так, толще сделаю, то вот видно, что волосы растут именно по геометрии, да, мы можем увидеть направление волос. Сейчас оно, кстати, неправильно, можно повернуть. Вот, теперь. Так, повернули, и теперь видно, что рост волос правильный. Можно, допустим, применить модификатор Length и увидеть, что у нас правильно работает. Модификатор в нужном направлении. Если что, можно каждый отдельный локон поправить отдельно. Ну, в данном случае нам сейчас не нужны эти модификаторы. Я их удаляю. И создаю по одному гайду из... точнее, на каждом меше. Также делаю 30 точек, 100% отображение, и вот здесь в Hair Per Strip выбираю число 1, то есть мне нужно, чтобы он рос, так скажем, один гайд. И еще важный момент, чтобы располагался именно по центру. Для этого нужно нажать вот на вот эту кнопку. Теперь у нас каждый гайд растет по центру нашей геометрии. Если я добавлю модификатор Guides from Hair и Edit Guides, то есть мы видим, что сейчас гайды совпадают. Это то, что нам нужно. Есть важный момент, нужно также приоттачить гайды к скальпу. Если этого не сделать, то потом будут ошибки, и многие модификаторы будут работать некорректно. Для этого применяем модификатор Ground Strength. Сначала нужно включить отображение скальпа, на который будет оттачиться. Голову пока отключу, потому что не нужна. И еще раз выбираю модификатор Ground Strength, Attach Roots, нажимаю и выбираю геометрию, на которой будем оттачиться. Все. Мы зафиксировали, и все. Все в порядке. Далее, чтобы перенести прическу, я просто копирую стек модификаторов выше Detail, да, то есть которые у нас скрыты сейчас. Edit Guides можно копировать, можно не копировать, это не так важно. Я использую этот модификатор для того, чтобы видеть количество волос. Ну, в данном случае это не волосы, а стренды, потому что волосы отключены. Его можно не копировать, он не играет роли. Так, копирую, скрываю и применяю сюда. Теперь можно включить и увидеть, как у нас что применилось. Да, можно еще включить отображение нормалей в камеру, чтобы все было красиво. Вот. И, наверное, можно применить еще материал какой-нибудь поярче. В принципе, мне нравится стандартный арнольдовский, но с немного измененным оттенка. Допустим, вот так. Далее включаем остальные модификаторы. Detail, в принципе, можно поставить. Ну, 30 пускай будет. Не так важно. Клампы включаю все. И снова их нужно применить обязательно. Иначе могут быть тоже некорректные какие-то моменты. Модификаторы
Lens, Freeze. Ну и вот последний кламп еще один. Дальше можно уже скальп отключить и включить нашу голову. Все, вот. В целом, прическа перенеслась корректно, то есть как было нужно. Но при этом у нас есть тренды, геометрия, которые привязаны наши гайды, к которым привязаны наши волосы. То есть, к примеру, если я сейчас применю какой-нибудь инструмент, ну, допустим, инструмент для скульптинга, да, чтобы увидеть, что волосы привязаны, вот, просто можно поскульптить немножко и увидеть, что волосы следуют за геометрией. Ну, еще как вариант. Так, можно использовать инструменты риггинга. Я, к сожалению, не риггер и знаю какие-то только поверхностные знания, поэтому просьба не ругаться. Вот, сейчас так. Допустим, создаем косточки. Это все условно, естественно. Сейчас их подвигаем. То есть я лишь показываю принцип работы, как это можно использовать, и может быть кому-то это будет полезно. Есть еще помимо этого другой способ, как можно привязать геометрию, волосы к геометрии, и также сделать какой-то риг или, ну, что-то типа того. Но это, наверное, будет уже другой урок. А здесь пока покажу этот вариант. Так, выбираю все кости, выбираю нашу геометрию и выбираем сделать скин. Так, и смотрим. Можно пока убрать. А, да, мы видим, что не совсем корректно работает. То есть волосы не. Локон не следует за нашим ригом. Для этого нужно править один момент в модификаторе Ground Strength. Нужно нажать Set Position и Set Rotation. Так, и мы видим, что теперь волосы следуют за нашим ригом. Естественно, риггер сделает все более, естественно, что все более будет правильно, более детально, с различными деформерами и так далее. То есть можно помимо этого применять стандартные деформы, типа твиста, там, бенда и так далее. Ну, это уже дело вкуса. И в целом можно таким образом создать анимацию в будущем, используя создание волос из гайдов, но в совокупности комбинированный вариант с использованием модификатора Hair from Mesh Strips. Как-то так, надеюсь, этот урок был полезен, и спасибо за внимание.